На повестке стройки. В ходе еженедельной планерки при главе региона обсудили дела строительной отрасли. Далее все подробности. Масштабная реконструкция главной дороги, соединяющей Наринмар с поселком Искателей, началась еще в 2020 году. За это время дорожники проделали огромный объем работ, начиная приведением в порядок дорожного полотна и заканчивая благоустройством прилегающей территории. Так, были установлены заборы вдоль дороги, обустроены участки для остановки автомобилей, проведена реконструкция тротуаров для пешеходов и велосипедистов. Работы ведутся в графике. Об этом губернатору сообщил исполняющий обязанности руководителя профильного департамента Александр Чинаров. У нас под реконструкцией дорога Наринмар, поселок Искателей. Значит, техническая готовность данного объекта на сегодняшний день составляет 85%. Срок исполнения контракта... Александр Александрович, вы когда говорите проценты, вот мне не совсем понятно, это хорошо или плохо? Это четко и строго по плану. Это в графике. Выполнение работ, конечно. Юрий Бездудный, в свою очередь, предложил чиновнику организовать контрольный выезд на объект, чтобы лично проверить качество проведенных работ. Можно не дожидаться сдачи объекта, вот взять, допустим, подрядчика и любителей велоспорта и прокатиться уже сейчас, чтобы посмотреть, какие у нас замечания, какие у людей, у жителей замечания к этой дороге. Конечно, можно. Ну, давайте тогда запланируем. Еще одна тема, которая стала предметом для обсуждения – строительство социальных объектов. В частности, яслей в центре города, а также детского сада в Нельмином Носе. По яслесад вижу, работы движутся. В графике, не в графике, было небольшое отставание. Два месяца отставания на сегодняшний день. Два месяца. До зимы успевают уйти в теплый контур? Да. Успевают. Теплый контур должен закрыть вторая декада сентября. Прекрасно. Что мешает наверстать это отставание? Ничего, материалы в полном объеме на объекте. Значит, 25 человек вот в субботу, у нас был объезд, также работают. То есть никаких сейчас ограничительных мер нету на объекте, то есть в полном боевой готовности. Какая нужна помощь подрядчикам? Мы же не просто контролируем подрядчика, мы и помогаем при необходимости. Какая помощь нужна подрядчику, чтобы он это отставание ликвидировал, чтобы в срок сдал объект? Помощь никакая не требуется. Но... Кроме того, Александр Чинаров сообщил и о ходе работ на строящихся домах в поселке Искателей. Более подробный материал на эту тему смотрите в наших следующих выпусках новостей. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, телеканал «Север».